Всем привет! С вами Екатерина Маслова, и сегодня мы с вами рассмотрим сферу листья зеленые 18 дюймов, производитель Китай. Сейчас мы с вами надуем. Я уже вижу, что этот шар подойдет классно под тематику сафари, под тематику каких-то цветов. Если мы с вами сделаем какие-нибудь красивые цветочки, шары с цветами, фонтан, и добавим эту сферу, будет классно. Посередине можно сделать надпись. Я уже не надував шар, вижу, как это будет красиво. Вот такая сфера. Серединку вы можете использовать под индивидуальную надпись. Подписывайтесь на канал Праздник Мастер в YouTube.